получается, делаем вот такую капельку. По см это у нас будет 4,5. Вот 4,5 сантиметра мы сделали. И теперь мы с вами берем небольшой кусочек мастики. Снимали, побреют, и она худенькая. Итак, вот такая у меня получилась барашка. Так, теперь мы делаем наши ножки. 3 грамма телесного цвета на каждую ножку. И по 1 грамму черной. Так, скатали шарик. Скатали черную мастику. Мы ее сразу прибиваем. Делаем вот такой копытце, да? Делаем нашу ножку, тоже прибиваем. Делаем здесь такой плоский краешек. Если нету хорошего липкого слоя, значит мы с вами смазываем клеем. Приклеиваем к нашим копытцам. Не как у коровок. Такое копытце. Односторонние. Так, я делаю, теперь они мне. Так. Отрываем 2 лишних кучеряшки. И вставляем в кучеряшку ножку. Вот так у меня получилось. Сверху прицепляем кучеряшку. Так. Итак, мы берем для головы 39 грамм. Шею-то прям такую длинную сделаю. Снимаю. Шея такая длинная нам не нужна. Где-то на сантиметр делайте шею. Приблизительно я так смотрю. Шею на сантиметр. Шарик постарайтесь, чтобы не было на них заломов, там всего остального. Выкатываем вот такое вот небольшое яичко. Это будет наша голова, нашей барашки. Что приблизительно нам нужно разделить нашу голову визуально пополам. Вот, пополам мы ее разделили. И делаем такое место для наших глазок. Вот такая у нас голова получается сейчас на данный момент. Барашка-няшка. Наша барашка-няшка. Так, теперь нам нужно сделать нашей барашке-няшке носик. Так, сейчас я еще раз гляну на свою фоточку. Ага. Сделать надо еще нам вот здесь такой небольшую такую впадинку. Вот такая у нас получается голова. Такая впадинка здесь небольшая. Вот такая. И теперь мы делаем нашей барашке носик. Делаем вот такой вот штучку. Еще раз гляну я просто вот сюда. Вот такая у нас голова, вот такой вот треугольничек. Я написала, что такое ссылка, не буду нас. Вот такая у нас барашка. Смотрю, барашки мои пригодятся. Вот здесь прикувайка свои барашки. На шевы. Во. Теперь берем кусочек беленькой мастики и кусочек основы. Вот основу и белую берем приблизительно вот в таком соотношении. 1:2. Две части белой и 1 часть основы. Делаем мы такую более светлую мастичку. По граммам получилось у меня кусочек на 0,8 грамм. Скатали такую колбасочку. На 2 сантиметра. Скатали колбасочку. На 2 сантиметра. Здесь, значит, мы клеем промазали. Вот так вот на руке уже начинаем. Так, теперь мы берем стек-шарик.
барашки, няшки, глазки широко их расставляем, расставляем между собой. Так. Вставляем. Помним, что наши глаза должны быть четко в своих ячейках. То есть они не должны быть больше, не должны быть четко там, в свою ячеечку. Барашка, няшка. Так. Спасибо большое. Да, вот еще сейчас доделаем всю красоту. И вообще будет. Бровки. Наши. Барашечки, няшечки. Опять же, смотрите, девчули, если вы хотите, чтобы была девочка, я уже говорю, если как мальчик, можно и так, в принципе, оставить. Если хотите, чтобы была как девочка, можно сделать вот таких две реснички. Так, две таких реснички, и все. Стала барашка девочка. Если боитесь, что не получится реснички, в принципе, можно их и делать. Ничего страшного, все это такое. Каждое ушко. Ушки нам не нужны сильно большие. Сейчас скажу, сколько тут на каждое ушко нашей барашки понадобится. На каждое ушко мы берем по 1,3 грамма. Вот здесь на уровне глаз делаем вот здесь ее ушки. Где-то 2,5, грубо говоря, сантиметра ваши ушки. Такие капельки мы делаем. На голову нам нужно сделать ей такую причёску. Здесь. Поэтому мы берем, ну вот я взяла сколько здесь, 6 грамм мастики. Я думаю, что нам хватит этих 6 грамм для того, чтобы сделать здесь ей вот такие барашки. Опять начинаем крутить барашки. Здесь вот сразу голову я сейчас смочу. Делаем ей причёску. Будет у нас няшечка. Так, теперь наши ножки. Ножки, ручки. Я вот до последнего их оставляла. Думала, как же их сделать. Одну ручку сделаю. Проковыряю. Тут барашечку беру. Засуну сюда. Дырочку. Наша барашка, барашка-няшка, по весу получилось у меня 125 граммчиков.